Так, друзья, я не заметил, как подошел к этому зданию. Оказывается, уже дошли. Вот это здание. Но это то, которое пониже. А вот то, которое повыше, оно здесь. Вот такой вот вид. Так, я перейду дорогу, наверное. Перейду дорогу, чтобы снять с той стороны вот такие вот цыплята есть здесь. Да. Вот такое вот здание высокое. Так, это здание пониже которое, а повыше вот это. Скажете, может, он задолбался своим зданием. Ну, гуляем. Что еще сказать, не знаю. То, что я увидел, когда только заехал в город, это здание, и вот решил дойти до него. Вот оно. Вот отсюда оно начинается, снизу. И вот так вот поднимается, в общем. Идем дальше. Некоторым руками маху, ну, рукой машу, и они в ответку тоже взмахивают, хоть и по телефону базарят. Вот такая вот жизнь в Мерсине. Вот Audi. Audi Q5. Удаида, это для тебя, а, братан. Когда вижу Audi, вспоминаю тебя всегда. Машин очень много. Машин очень много. Ну а это вход к этому зданию. Вот такой вот. Вот еще одна Audi. А8. Так, там вот еще есть здание одно. Смотрите. Вот здание, вид с этой стороны. Вот такой вот вид у этого здания. В конце концов заснял я его. А сейчас будем просто гулять. Посмотрим, что есть, что нет. Там где-нибудь батарейку подзарядим. Движение продолжается.